Уволиться или не уволиться? Очень важно, когда вы принимаете решение, рассматривать не вот это вот, я устал, я ухожу. Вот, это так плохо работает. Наша задача, во-первых, если вы уйдете в уставшем состоянии, вы точно будете дестабилизированы, потому что когда вы переходите на какую-то другую работу, когда вы уже здесь выгоревшие, то там дальше вам надо адаптироваться, привыкать к новым нормам, требованиям, ситуациям там и так далее. И это для вас будет очень стрессовым событием. Если вы сейчас уже измотаны, то вас это еще больше надломит. На мой взгляд, когда вы оказываетесь в такой ситуации, надо сначала, с одной стороны, попытаться возможными психологическими ресурсами улучшить свое эмоциональное состояние. Дальше надо посмотреть по сторонам, какие профессии, навыки сейчас востребованы, в рамках которых вы можете, пока не уволились, поисследовать эти области, возможно, получить параллельно дополнительное образование. Волевое усилие, давайте все бросим, а там посмотрим, на мой взгляд, не самое правильное. Значит, пока есть у вас какая-то стабильная работа, вот, и вы хотите что-то существенно поменять, то вам нужно потратить просто время для того, чтобы параллельно с этой работой получить такой навык, который вы сможете потом предложить рынку, вот, чтобы на него был спрос.